вами пойдут, как всегда. И пока я катался на американских горках, парке развлечений Сочи Парк, до меня дошло гроза с таким прекрасным шквалым воротом. Но я этот шквалый ворот не увидел, поэтому пришлось снимать. Ну, когда он через меня прошел. Активная зона пока что до меня не дошла, но завихрение в облаке в тылу шквалого ворота. Вся ситуация началась где-то в 18:00. Здесь вы можете видеть нарезку молнии. Здесь я много чего снимал, но кое-что все-таки не попадало в камеру. Мощная, электроактивная, кстати. О, в трех местах через все облако. Обалдеть, это было мощно. Это было мощно, и это было близко. Ром становится все... Гроза началась с темного облака вдалеке и шквалового ворота, который перешел, перекатился через горы и двинулся в сторону Красной Поляны. На тот момент я катался на американских горках в Сочи-парке. Молнии я видел, и такое ощущение, что одна из них ударила почти в меня на вагончике. Но гром дошел через несколько секунд. И поэтому я понял, что молния ударила все-таки где-то далеко. Например, рядом стоящий отель. Вот это удар. Вскоре мы пошли укрываться в ресторан от дождя. Там я снял несколько видео не про грозу. Можете их посмотреть на моем канале. Здесь мы в ресторане. Можете видеть довольно странную. Кадры, как я оттуда снимаю проходящую грозу ночью того же дня. Эта гроза перерастет самого настоящего монстра с электроактивностью 15 в минуту, что очень много для весны этого года и сезона гроз в Сочи. Новости. С моря на нас идет новая гроза. Поскольку время 21:25. Ух ты! Там сверкает. Там сверкает. Вот откуда гром. Не с моря. Это та уходит ячейка. Но и с моря тоже сверкает. Короче, ребят. Это вспышка гроз. И там очень даже электроактивно. Постоянно буквально сверкает. Что это за жесть? Ё-моё. Сверкает каждую секунду. Что там такое? Твоё налево. Это ячейка, которая была у нас там, теперь переросла в какого-то МКС. Или что еще хуже? Дереха. Вот что это может быть. Гром накатывает волнами. У нас хоть сейчас на районе тихо, но молнии завораживают. Что это вообще такое? Электроактивность просто жуткая. Это ужас. Это грозовой ужас. Блин. Жаль, у нас такого не проходит. Здесь уже машина, все. О, еще одна. Твое налево. Пойду на пункт чейзинга. Хотя нет, на районе. И так видно. Что это вообще такое за гроза? Она здесь была, когда мы в Сочи-парке были. Там просто жесть. Там сверкает почти каждую секунду. Прям над нами где-то. Ну нафиг. Она что, разрослась в эту область? Это ужас! Грозовой ужас! Каждую секунду это жутко. И гром поближе стал какой-то. Это жуть просто. Это просто жуть. Посмотрите на эту электроактивность. Она 30 молний в минуту. Вон сверкнула.
Ну не 30-25. Все равно пик 30. Сверкает просто на пол неба. Обалдеть. Это завораживающие кадры. Она просто ушла и особо не активничала. А потом... Вы посмотрите, она и там сверкает. Это самая жуткая гроза, которую я здесь снимал. Особенно ночью. Что это вообще такое? Что за монстр? Что за... Твое налево. Это просто грозовой монстр. Блин, я под деревом. Небось ударит сейчас. Зря я это сказал. Ух, жуть. Просто ушла гроза и спокойно так ушла. А тут просто электроактивность повысилась. Я просто вышел на улицу под звуки грома. Охренеть. Это жутко. Это очень жутко. Еще и ночью. Вы знаете, но с мыслью пойти под навес, когда я это сказал, я очень даже подгадал, потому что вскоре пойдет небольшой дождик. Да-да-да. Все небо грохочет, там и сям. Вот откуда эти вспышки. Мы ехали сегодня с учпарка. Эти вспышки повсюду. Гроза, вот это я понимаю, гроза. Гроза, ты совсем что ли? Вот это я понимаю. Вот это гроза. Нет, ну это уже совсем близко. Ночная гроза. Моя мечта. Мечта всего моего отпуска. Сегодня просто какой-то грозовой день. У нас... Мы были в Сочи парке, нас застала гроза и здесь. Там сверкают каждую секунду. Электроактивность бешеная. Это жутко. По всему небу разряды ходят. Это просто какая-то грозовая жесть. Ё-моё, это не таймлапс. Это ужас. Не сравнится с 13 июля 2016 года смерчем в Москве. Это жесть. Дождь пошел. Гремит каждую секунду. Да-да-да, я же говорил насчет навеса. Правильно, дождь пошел. Слышите? Везде и сейчас это просто жуть ливень пошел. Прекращаю съемку. Всего лишь несколько секунд спустя уже на все небо разразилось. Обалдеть, гремит каждую секунду. Это ужас. Это страшная гроза. Ночью на все небо. Я могу видеть мощь этой грозы. Она там сверкает, сям сверкает, здесь сверкает. Я просто куда показываю, там она сверкает. Вот сейчас там сверкнула, тут сверкнула. И гром, гром. Обалдеть, кипящее небо. Электроактивность 80 молний в минуту, наверное, по всему небу. Я ни разу в жизни не видел такой мощи. Просто жесть! Вы гляньте на это! Просто ужас! Это жуткая гроза, жуткая, понимаете? Я еще 2 часа дня сидел здесь, возле бассейна. Казалось бы, все прекрасно, но посмотрите, это просто грозовой вечер. Грозовая ночь будет. Сверкает со всех сторон. Причем с такой мощью, будто это не молния, а какие-то... Вообще не знаю.
Похоже, эта гроза возвращается. Только в мощи. Дираха! Вот что это может быть. Либо сильнейшая МКС за все годы. Я просто иду и сверкает почти каждую секунду. Ой! Охренеть, горизонтальная была! Простите за это, но это жуть! Это жуть как! Это жуть как страшно! Я просто приехал домой и здесь разразилась. Это ужас! Еще и дождь. Это жуть! Посмотрите, кипящее небо! Кипящее! Дождь собирается. Кажется, думал, дождь пошел. Кажется, ливень пошел. Да-да-да, я не прогадал с этой мыслью. Сразу пошел под навес, потому что ливень. Просто в один момент начался ливень. Жуть. Какое-то мясом запахло. Отчина электризовалась. Ёшкин кошкин. Ё-моё! Это просто жесть! Посмотрите на этот ливень, это HP суперячейка! Что там вообще может быть? Что это за ужасная гроза? Я в жизни такой не видел жести! Выходите все на улицу, выходите! Там просто какая-то грозовая жесть! Ох! Ни разу такого не видел, ни разу! В жизни ни разу такого видел!